Эльмира Калимуллина стала известна на всю страну благодаря телепроекту «Голос», в первом сезоне которого она стала одной из финалисток, уступив в конце лишь землячке Дине Гариповой. Начался новый виток в моей жизни, и осознанности не было на 100%, что же это такое и вообще что такое Первый канал. Первый канал, конечно, это глыба. Это тот локомотив, благодаря которому открываются новые горизонты. 4 октября в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялся мастер-класс Эльмиры Калимуллиной в рамках цикла мастер-классов «История медиа-успеха». Началась такая бурная жизнь только от трех минут на Первом канале. 3 минуты в прайм-тайм на Первом канале, у меня аж мурашки сейчас идут, дали такой резонанс. На данный момент Эльмира не только дает концерты в России и Европе, работает радиоведущей, но и снимается в кино. Многосерийному фильму «Золотая Орда», который еще не вышел в эфир, с финалисткой шоу «Голос» уже предрекают оглушительный успех. «Золотая Орда» выходит весной 2018 года. Полгода проходили съемки. Сейчас закончен монтаж, и, насколько я знаю, сейчас работают уже графики. Эльмира – это девушка с горящими глазами, невероятным голосом и обаятельной улыбкой. К тому же от нее исходит такой сумасшедший заряд энергии, что хочется танцевать. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.